1 жовтня 2014 року у Харкові був запущений пілотний проєкт Міністерства юстиції зі спрощеного прийому заяв на реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Про ці та інші нововведення у роботі Державної реєстраційної служби Головного управління юстиції в Харківській області розповів на зустрічі з журналістами керівник служби Олег Дробот. Суть данного пилотного проекта заключается в том, что указанные регистрационные службы, в число которой входит Харьковская регистрационная служба городская, должны распределить функциональные обязанности между своими сотрудниками таким образом, чтобы принятие заявлений выполняли одни сотрудники, выдачу документов уже готовых выполняли другие сотрудники и регистрацию непосредственно этих документов выполняли третья категория сотрудников наряду с отдельным функционированием консультантов. Однак, як зазначив Олег Дробот, умови нинішнього пілотного проєкту уряду були втілені у Харкові ще з 1 січня 2013 року. Следует отметить, что реализация данного проекта фактически была реализована регистрационной службой города Харькова еще 1 января 2013 года, когда мы начинали свою работу. Так, как вы знаете, на улице Короленко, 16, функционирует на первом этаже зал приема документов, в котором работают 8 окон приема документов, и эти окна работают по принципу всего рабочего дня, без каких-то особых режимов работы, либо отдельных часов приема. Также отдельно оборудовано помещение, функциональным назначением которого является выдача готовых документов. Тем самым нам удалось на сегодняшний день и выполнить требования пилотного проекта, реализовать его успешно в городе Харькове и распределить потоки заявителей по целевому назначению, прием, выдача, консультация. В рамках пілотного проєкту також передбачено спрощення для заявника процесу отримання адміністративної послуги із реєстрації прав на нерухоме майно. Спрощення полягає у тому, що заявник не заповнює заяву на реєстрацію самостійно. За нього це робить державний реєстратор у службі. Таким образом, пілотний проєкт дозволяє упростити, зробити більш доступними услуги реєстраційної служби в сфері реєстрації недвижимості, дозволяє заявителю не тратити час на собственное заполнение этих заявлений, ну и, конечно, сделать это заполнение более профессионально. Реалізується у Харківській області і пілотний проєкт, спрямований на спрощення процедури реєстрації прав оренди земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться у приватній власності. Таке право реєструють зараз за принципом екстериторіальності. Зареєструвати право оренди землі сільськогосподарського призначення – можна як у реєстраційній службі того району області, де розташована земля, так і альтернативно – у реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за адресою вулиця Короленка, 16. Ще один із напрямків роботи служби – реєстрація актів цивільного стану. Ми вважаємо це направлення також пріоритетним в нашій роботі і запустили окрему гарячу лінію по телефону 766-0600, которая работает, начиная с октября месяца. Суть данной линии заключается в том, что мы собираем отзывы от наших заявителей о качестве предоставления услуг во всех 43 ЗАГСах Харьковской области. Мы принимаем отзывы по манере общения регистратора, по их внешнему виду, по качеству предоставления консультационной информации и непосредственно по качеству предоставления административных услуг. Все заявления регистрируются соответствующим образом, передаются лично мне на рассмотрение и принимаются соответствующие организационные выводы. А починаючи з вересня цього року, на сайті Державної реєстраційної служби в онлайн-доступі можна отримати інформацію про вільні дати для урочистої реєстрації шлюбу в РАГСах Харківської області. Хотів би воспользоваться случаем встречи с вами и донести до наших заявителей, до наших граждан нашу просьбу, просьбу организационного характера использовать онлайн-сервисы, которые мы предоставляем, которые мы постоянно разрабатываем. Так, сегодня хотел бы акцент сделать на возможности онлайн-записи на прием по административным услугам в сфере регистрации недвижимости, на прием в любой из 43 ЗАГСов. Эта услуга, она упрощает доступ к административной услуге наших заявителей, она позволяет заявителю сэкономить время, потому что в указанное время его будут ждать конкретно по той услуге, в которой он нуждается, в конкретном месте, куда он должен обратиться. Также это помогает нам оптимизировать нашу работу и распределить нашу нагрузку, когда мы понимаем, в какое время и по какому вопросу заявитель обратится к нам.